Эх, не Ух, знаю, ты что там. смотри, Япония, аниме, я не знаю, Пошли что, это. харакири, Души что-то вот заказано. Скайлайн на Ниссаны, ты смотри, как красиво стало. А помнишь, на Чистилище была локация с похожими домиками раньше? Типа, бля, Японию, типа маленький Китай. Да. Не понял, что за эффект это. У тебя есть эмоции? Нормально. Ты смотри, сакуры красиво текут, ой, текут, цветут, ля, вообще симпатично, Нормально, пиздец. в натуре, ля, красиво, вот это красиво, вот это в натуре офигенно, даже скрин хочу Я сделать, уже вот тут через себя скажу. вообще красиво, прям, ля, как будто я Да. такой в Японию съездил, прям мне нравится уже все. Чекай домик. Посмотри, беги. Ебать, какой приколдесный пиздец. Бля, тут даже костерочки есть, блю. Вот этот? Чекай, окошко круглое. Доля, нормально. И костерчик в натуре. Бля, мне окошко за... Чекай окошко, блядь, мне прямо на зашло. Как Мне очень... камни лежат нормально. Это, бля, мне очень нравится. О, блядь! Смотри, Это смотри, же не смотри, сильно. смотри, смотри. Все офигенно, красиво. Там И маяк. сакуры туда и маяк. Просто Понимаю. маяк Валера. Вот просто понимаю. Чекай камень. Бля, как таких камней не хватало? Вот таких было в натуре побольше. Тут-то можно всем складом укрыться и нормально. Плю. Так, ну мне прям все нравится, прямо все офигенно. Вот честно сказать, я думал, что будет хуже. Плюс. Типа опять что ты изменит, фу, все дела. А по факту очень даже неплохо. Точек круто много, за создание симпатично, мне Посмотри прям по кайфу. на этот крутой фонарь, блять, как же он сделал, заебал, Ага. бля, какой же он охуенный, Правда, просто. мне кажется, это будет чутка сложно различать людей вот тут. Ебать, переколдесный камень. Нормально. Поехали на Как? пик. На пик. Да. Красота в мелочах. Кота Тула. Ну, по факту просто изменили все домики. Это, я даже не знаю, что это. Это уже дом. Это уже не туалет, это сортир. Не, ну по факту это оказался какой-то магазинчик, потому что вот эту вот шнягу на туалеты не вешают. Но Лабутен, кстати, изменили. Он стал больше. Бортики стали больше, и практически можно целиком за Да, ними теперь можно спрятаться. молоко. Вот прямо по Чекай, кирейски. теперь наверху. Ебать! Стоп. На Католестиве я мог наверх через колесо ёбнуться, а на это я уже не могу. Новая машина, пиздец. Ну, типа, развалина. Блю, в натуре. Перевернули и подожгли. Это чё такое? Это просто видоизмененная деревня. Она охуенная. Да, там вот это в Она охуенная. натуре, вот это в натуре деревня, а не заборище домов без дорог ко всего. Починки в натуре стали лучше. Бетонка уже не бетонка, это дом. Мы раньше называли Пентагон. Пентагоны. Смотри на этот курятник, блядь, это не... Это какой-то, блядь, В бизнес, натуре нахуй. бизнес-класс. Да. Ля, В ну таком тоже, круто. блядь, там не куры какие-то, а, блядь, какие-то породистые А петухи, блядь, дом? водят. А дом босса какой? Прям нормально. Чека компьютерный, чека Компьютерный. компьютерный, даже на...
Free Fire можно делать. О, да, давай, захуярь, типа, два ПКшник. Ой, нахуй это такое. Чай. Бит, потому что нам надали, а надеюсь, и сейчас дадут. Так, главное вначале не слиться, потом... Понимаю. В принципе, интересно. И типа огромный я плюс в том, что это теперь не просто домики, которые беспорядочно разбросаны по карте. Это целая инфраструктура. То есть тут есть и заборчики, и дороги, и остановки, магазины и прочие и дома вещи. Разные. Да. Даже курятник, это тайников несколько видов, это охренительно. Да, челики. Деревяшка. На завод слетаем, чисто ради интереса. Не, ну ты он прямо... не изменился, просто... Тут помнишь, какая была ответственная гора? Чекнет, вспомни. Сейчас прям утопим. Блядь, наконец-то это реалистично. Да, слушай, это прям топово. Гаражики интересные, теперь не нужно эту гору обходить, чтобы на нее забраться. Блин, это круто. Вот за это, кстати, респект, офигенно заделали. Теперь... Это что такое? Что за пушка? Пиздец. Нормально. Тут прям залипать можно, пизда. Какая вода охуенная. Бля, я себя приколдес. Нормально. Но, конечно, лут не так уж и много. По сравнению там с тем же Липиком или вот этой. Знаешь? Адамс Крик. Сука, знаешь, что мы сделали? На клок нас гонять. Иди сюда. Стой, не выходи, не убегай оттуда. Чекай. Зайди в эту хуйнюшку. Узнаешь эту штуку? Не узнаешь. Это хуйня увеличенная на клок. Да, на клоке две штуки стоят. В натуре. Пока она увеличенная тут. О, давай. Бая. Давай подарку. Давай. Фамас. Спасибо. Ну, сразу сходу вижу, что изменили вот эти. Пошли. Вот, чек. Два трансформации. Заборчик изменили в эти. Коробок больше стал. Изменили коробок, да, побольше. Заборчики изменили на кустике, а так домики, в принципе, не сильно так изменились. Но добавили текстуры, просто текстуры обычные, которые стали лучше и приятнее к взгляду. Это прям топово. Это прям топ. Ау. Да. Чекай мотик, блядь, он как будто заново переродился. Ебать, он как новый. Ну как новенький пиздец. Ну вот это все, это прям, да, это очень круто. Охуеть! Как будто прям в натуре в Казахстане. Чекай, это чё за дичь? ДНК, не ДНК. Да. Чекай, где? Ты такая сила. Мама мия, на превью просто. Ебать, чекай нычку. Ну-ка. Ебать, тут такие взоры открываются, пиздец. А прикинь, отсюда закрывать отряд, а вот так вот досесть и встречать. Как красиво, пиздец. Ну да, я поэт. Кладбище какое стало, просто вообще здание огромное, красивое. Вот эта игра стала, просто изменилась, прям балдежно. Конечно, видно, что старый Бермуд убирает, но, блядь, игре нужно двигаться дальше. На торе. Так. О,
Ебать, ну что, тут что-то сделали, чекай. Слава, что ты сделал? Ебать, бля, что за хуйки? Ну, гаражики огромные. Не гаражики, а задания. Капец. Эту же локацию занимает THR. Капец, им сколько лута откроется. Ты смотри просто. Мне кажется, тут пару секундов разобрать, это вообще как ни хрен вот это вот. Это дом уебанский, он изи простреливается. Слишком широкий окна. Не, ну вот прикольно. Курятник изменили. Ебать! Шо с ним нахуй? Блять! Бутен изменили. Ебать! Ой, блядь, что-то я громко. Это пошли на католистиву, ты вообще охуеешь в край. Бля, вот. Че ты просто беги, ну, сейчас охуешь. Я свой любимый едомик хочу изучить, да, ну, в принципе, там охуенный лобутон, вообще прям топовый. Чекай туалет. Это не туалет, это уже сортир, перевыше. Типа, огород, ебать. Во. Смотри. Парень из села. Ю, трёхкомнатки изменили. Это реально деревня, ебать. В натуре, село. Парень, даже машина. Нет, домики в натуре стали выше, и вот эти, и вот им мы можем даже заделать. Обои наклеили, ля, ремонт, евроремонт. Мы столько донатили. Ваня, ты понимаешь, мы столько донатили, чтобы не ремонт в каждом домике сделать. Не, ну это круто, мне нравится. Но для бетонки стали, не просто бетонки, это просто. Чекай, деревяшка. Ебать, столько. Это уже не деревяшка, это уже дом. А что с этим лобутеном? Теперь. Лобутены, кстати, эти неплохо заделали, мне нравится. И гаражи стали разные. Я в таком же балдежный гаражик. Я серьезно. Гаражи изменили. Труба! Шо с трубой, блядь? Ей чё, обрезание сделали, ебать? На туре. Топ, она стала внутри опять целая. Надо в следующей якатке приземлиться на нее и оценить. Ваня, зацени, как я давно не видел обычный дроп, это просто пиздец. Кстати, да, плюс. Вышки не меняли, такие же остались. Домики все тоже остались. Мама мия! Ты бы видел школу. Это уже не школа, это университет. Я сейчас. Это шар, да? Это, блядь, иди сюда, скорее. Ебать, шо за парень? Я о том же. Просто оцени. Это просто ля красиво. Мне нравится. Ебать, теперь можно прятаться за кустиками. Охуенно. Это реально теперь, блядь, тут можно охуенно файтиться. Заборчики. Ой, добавили, не заборчики, все это. Казарма раньше была прямо дрищевская деревянная, а теперь ля, смотри. Это библиотека, не? Ну, казарма. Не, в натуре на пике была казарма. Это чё такое? Ебать. Это домики маленькие. Видите, которые были деревянные? Вон, чекай. Стой, прости, не ебать их. Чекай электронку, кто как раз здоровый. Пиздец. Лапка? Да. Подожди, а в натуре балдежное стало. Я дал ему голову, чем резнуло-то. Смотри, давай, короче, подведем итоги новых бермуд. Из-за плюсов это изменили все домики, их заделали более приятными. Карта это теперь не тупо рандомные домики и локации, это целый город, инфраструктура. Там добавили всякие плюшки, не плюшки, изменили деревья, дороги,
Это площади раз. и так далее. Дальше карта стала более обильная. Обильная. Теперь там есть разделение твоих структур, где, блядь, деревня, город, и, блядь, глаза не мыли все время, блядь. Деревяшка, 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 блядь. Теперь они разные, они прямо охуенно прорисованы. Из-за минусов это то, что карта стала слишком яркой, и, ну, я пока не... Ну, короче, челики не слишком хорошо выделяются на фоне карты. Это все. Это пока единственный косяк, который я заметил. Но, ля, домики, которые заделывали, это шикарно. Прям мне очень понравилось. Они прям такие поудержные, прям приятно смотреть, блядь, приятно, конечно, что-то новенькое, что-то свежее, прям. Да, он, бля, вообще, он вообще, балдежно.